В этом году народный коллектив «Хор ветеранов» отмечает юбилей 25 лет со дня своего образования. В честь этого события в воскресенье в смене пройдет праздничный концерт. Прийти на него смогут все желающие. Коллектив образовался в Рассказово еще в 1987 году. В то время в него входило 42 участника, люди различных профессий и интересов. Всех их объединяло одно – любовь к музыке и руссконародной песне. Спустя 25 лет эта любовь не угасла, а стала только крепче. Сейчас в составе коллектива 24 человека, среди них двое мужчин. Это энергичные, добрые, веселые люди. У нас было мужчин 10 человек, все солисты, и мы. Такой дружный, замечательный коллектив, столько было пропето песен, столько мы выступали везде. И если зрители хорошо нас принимают, конечно, ну, я, у меня, например, душа моложе становится, и все, и кажется, я тоже молодая. Хотя, несмотря на мои годы. В 2001 году хор ветеранов получил звание народного. Сегодня голоса ветеранов хорошо знакомы рассказовцам. Большинство праздничных концертов не обходится без их номеров. К своему юбилейному концерту участники коллектива тщательно готовятся. Вместе с руководителем пропевают все песни из своего репертуара. Дорогие рассказовцы, очень от лица всего хора прошу, приходите, пожалуйста, на наш юбилейный концерт. Вам будет весело и интересно.